Было 12 часов ночи. Митя Кулдаров, возбужденный, взъерошенный, влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра лежала в постели и дочитывала последнюю страничку романа. Братья-гимназисты спали. «Откуда ты?» – удивились родители. «Что с тобой?» «Ох, не спрашивайте! Я никак не ожидал! Нет, я никак не ожидал! Это даже невероятно!» Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах держаться на ногах от счастья. «Это невероятно! Вы не можете себе представить! Вы поглядите!» Сестра спрыгнула с постели и, накинув на себя одеяло, подошла к брату. Гимназисты проснулись. «Что с тобой? На тебе лица нет!» «Это я от радости, мамаша! Ведь теперь меня знает вся Россия! Вся! Раньше только вы одни знали, что на этом свете существует коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров. А теперь вся Россия знает об этом, мамаша, о Господи!» Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять сел. «Да что такое случилось? Говори толком!» «Вы живете, как дикие звери. Газет не читаете, не обращаете никакого внимания на гласность. А в газетах так много замечательного. Ежели что случится, сейчас все известно. Ничего не укроется. Как я счастлив, о Господи! Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают, а тут взяли да про меня напечатали». «Что ты? Где?» Папаша побледнел. Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Гимназисты вскочили и, как были, в одних коротких ночных сорочках подошли к своему старшему брату. «Да-с, про меня напечатали. Теперь обо мне вся Россия знает. Вы, мамаша, спрячьте этот номер на память. Поглядите». Митя вытащил из кармана номер газеты, подал отцу и ткнул пальцем в место, обведенное синим карандашом. «Читайте». Отец надел очки. «Читайте же!» Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Папаша кашлянул и начал читать. 29 декабря в 11 часов вечера коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров... Видите, дальше! Коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя из партерной, что на Малой Бронной в доме Казихина, и находясь в нетрезвом состоянии... «Это я с Семеном Петровичем. Все до тонкостей описано. Продолжайте дальше, слушайте». «И находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика, крестьянина деревни Дурыкиной, Юхновского уезда, Ивана Дротова. Испуганная лошадь, перешагнув через Кулдарова и протащив через него сани с находившимся в ней второй гильдии московским купцом Степаном Луковым, помчалась по улице и была задержана дворниками. Кулдаров, вначале находясь в бесчувственном состоянии, был отведен в полицейский участок и освидетельствован врачом. Удар, который он получил по затылку...» «Это я обоглоблю, папаша. Дальше, вы дальше читайте». «Который он получил по затылку, отнесен к легким. О случившемся составлен протокол. Потерпевшему подана медицинская помощь». «Велели затылок холодной водой примачивать. Читали теперь? А? То-то, вот. Теперь по всей России пошло. Дайте сюда!» Митя схватил газету, сложил ее и сунул в карман. «Побегу к Макаровым, им покажу. Надо еще и Иваницким показать. Наталье Ивановне и Анисиму Васильевичу. Побегу, прощайте!» Митя надел фуражку с кокардой и торжествующий, радостный, выбежал на улицу.